В Петербурге с красочного шоу, организатором которого стал Артур Дмитриев. С подробностями подготовки наш питерский корреспондент Алексей Васильев. Олимпийский чемпион Алексей Урманов, двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев, олимпийский чемпион Виктор Петренко, тут же на льду чемпион мира Евгений Плющенко. В эти дни в Петербурге от звезд мирового фигурного катания никуда не деться, они повсюду. Собрались они выступить в шоу Артура Дмитриева «Ледовый Олимп». Внимание! Трансляцию этого шоу вы увидите на телеканале «Спорт» в ближайшее воскресенье в 9 вечера. Кульминацией программы станет номер Евгения Плющенко, который он оттачивает на ваших глазах. Что интересно, вместе с Плющенко одновременно будет выступать один из лучших скрипачей современности Эдвин Мартон. Такого еще не было. В Петербурге Плющенко будет катать свою новую произвольную программу под живую скрипку. Всякий новаторский взгляд на вещи, он проходит два этапа. Ну как же это можно? А следующий этап, ну как же, без этого же нельзя. Я думаю, что сочетание в дальнейшем, сочетание живых инструментов с живым катанием, это будущее фигурного катания. Но чем же еще зрителя можно удивить? Плющенко с Мишиным постоянно находятся в творческом поезде. Весь прошлый сезон Плющенко доказывал и доказал, в итоге выиграв чемпионат мира, что лучший композитор для классического фигурного катания это Игорь Корнелюк и его музыка из сериала «Бандитский Петербург». Высшей точкой сотрудничества фигуриста и композитора стало совместное выступление в Петербурге. Теперь, как вы уже знаете, Плющенко собирается кататься под живую скрипку, кстати, работы Антонио Страдивари. Ну и на будущие планы самые амбициозные. Я вообще хочу сделать, как бы, может быть, в дальнейшем какие-то показательные выступления с эстрадными исполнителями. Может быть, с какими-то группами, может быть. Есть идеи. С кем бы ты лично хотел встать в пару из эстрадных исполнителей? Это пока секрет. Ну, не такой уж большой секрет. Мы уже продумали, у нас есть версия пригласить, например, Алсу. В качестве? В качестве. Вы меня смущаете. Ну, певицы. Алексей Васильев, Дмитрий Егошин и Рома Кондратович из Петербурга. Как жаль, что это все приснилось.